Завсегдатые телеграм-чата по смешанным единоборствам GIT UFC знают, что мы в команде играем через париматч. Причины тоже известны. А сейчас на париматч проходит конкурс прогнозов на бой между Хабибом и Гейджи в эти выходные. Можно выиграть до 450 тысяч бонусных рублей. От вас требуется только угадать один из предложенных исходов поединка. Ссылка на специальную страницу конкурса прогнозов под описанием к этому видео. Вкратце суть. Дается 4 варианта прогноза. На какой минуте будет совершен первый тейкдаун? Какое количество лоу-киков сделает Гейджи? Общее количество значимых ударов в голову. И общее количество значимых ударов от Хабиба по корпусу. За каждый угаданный прогноз дается приз. Один прогноз – 70 тысяч рублей. Два прогноза – 100 тысяч рублей. Три – 130 тысяч рублей. И четыре прогноза – 150 тысяч рублей. Если вас угадало несколько человек, то сумма делится равными долями. После того, как сделали прогноз, вам надо будет под этим же аккаунтом сделать ставку на этот турнир с кэфом от 2 – ординар. Минимальная сумма ставки 350 рублей. Сущая мелочь. Итак, все очень просто. Зарегистрировались, сделали прогноз на промо-странице, сделали ставку ординар на любой исход в этом турнире на сайте букмекера под тем же самым логином. Ждем результат в течение пары дней. Если что, справка и техподдержка на странице промо и просто на сайте Париматч. Удачи!